Ну, давайте 150. Да, ну да. Ну и спасибо. Первое воскресенье марта православный мир отмечает прощенное воскресенье. В этот день в совхозе провожали зиму, отмечая широкую масленицу с блинами, песнями и народными забавами. Организатором мероприятия под открытым небом выступил культурный центр совхоза имени Ленина. Педагоги культурного центра подготовили представление с участием детишек и взрослых артистов самодеятельности. Ведущий развлекательной программы Александр пригласил мужчин помериться силой, поднимая пудовую гирю. Всего-навсего 16 килограмм, вот сейчас мы между вами разыграем, кто же больше. Друзья, аплодисменты Жене поприветствуем. Еще к нам один силач идет, вы к нам? Давайте. 16 килограмм, это настоящая масленичная забава, на каждую масленицу мы всегда поднимали гирьку. 2, отлично. 40, 4, 5, 6, аплодисменты, где у нас там? 7, 8. Дей, Женя не хотел участвовать, но они уже меняются в лице там за тобой, Жень. 23 я вижу, 24, 35, будем считать, 35. Аплодисменты для Евгения. У тебя было в том году 38. Где супруга твоя? Вы чего так плохо кормите? В прошлом году 38, говорит, раз поднимал. Я здесь взялся, вы пока в сторонку, вы следующим этапом будете. Пока сейчас не тянем, вас просто, вам некуда тянуть. Нету пространства у нас. Они не понимают, говорят, встали мы, все, не отдадим канат никуда. Да, мы просим детишек вот сюда сейчас отойти. Давайте. А все, отпускайте. Вы канат отпускайте, вы следующий будете тянуть. Так, готовы? Здесь, вот здесь половинка. Отпускаем пока. 3, 2, 1, поехали! Давай, поддержим, подтягиваем. Подтягиваем, там постарше чуть-чуть. Чуть-чуть постарше, ну-ка давай, перетянем. Держимся. А ну давай еще! Куда все схватились? Ну чего? Все, есть, перетянули. Следующие выходим. Следующие, кто вот сейчас не участвовал, те выходят. Кто не участвовал? Не, нужно посерединке встать чуть-чуть. Посерединке. Готовы? Итак, 3, 2, 1, поехали, тянем. Ох, тут как, смотрите, да не с места вообще. Давай, мама, папа, поддерживаем. Не слышно, родители, совсем. Ничья. Все, спасибо, детишки. 5 мужчин с одной стороны, 5 с другой. Давай, сюда, в эту команду. Есть 5-й. Отлично. Итак, 5 на 5, мужчины, супер битва. Главная битва сегодняшней масленицы. 3, 2, 1, поехали. А ну-ка, болельщики, оживляемся! Нет, они не сдаются, поднялись, ты посмотри! Что творится? Вот это воля к победе! А теперь, говорит, мы нас покатаем по снегу! Все! Охо, отлично! Так, ну что, разогрелись как следует! Все поближе к нашей сцене, потому что мы начинаем масленичное гуляние. Дорогие друзья, все ближе к нам сюда. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Что организует культурный центр сегодня? Масленица начинается, все хорошо уже. Как сегодня, народ пришел? Ну, народ, да, подтянулся. Я думаю, не все еще. Детей много очень. Сколько будет проходить праздник? Часа 2, наверное. 2-2.5. Сейчас концерт начнется. Осторожно, вас снимает скрытая камера. Что вы здесь делаете? Выступаете или? Мы готовите? Уже, да, вот на подмостке готовимся к большой сцене. Наш краснознаменный коллектив нас так обозвали. Землянички, ягодки стоят у нас. Сударушки все напудренные, нарумяненные. Не нарумяненные, но сейчас мы это исправим. Нормально, нарумяненные. Все с праздником поздравляем, широкой масленицы. Ну, я сейчас все скажу на сцене. Да. Мы на масленицу вас приглашаем. Сегодня будем петь, плясать, вас блинами угощать. Ну а вы блиночки будете наши кушать и песни наши слушать.
Красных фонарей, слева фиолетовое небо. Заводи волынкой моей, где бы ты с кем сейчас не был. Это счастье двигаться так, полно сил ради качаться. Давай со мной, нам хорошо, эй. Просто со мной, даже если пустота, даже если без меня, просто дай мне смело. Все наши пути совмещаются в один, все моменты впереди, просто дай мне смело. Люди танцуют всегда и везде, танцы как птицы на своем гнезде. Кто-то под баян, кто-то под резинку, а ты танцуешь под мою волынку. Давайте дружно встречать хор русской песни и вместе с ними петь. Забыла метель дорожку, снег пушистый на дворе. Месяц виден над окошком, светит только чьи-то мне. Снег пушистый, серебрится на дворе зимо. Юга по полю кружится, также у нас есть палаточка, где бесплатно выдается чай и бараночки, также и всякие конфетки. Далее, палатка, которую все прекрасно знаете, возле катка, который вот потихонечку уже тает, там бесплатно, еще раз повторюсь, бесплатно тоже выдается чай и глинтвейн. Более того, я вам хочу сказать, там глинтвейн такой простый, который могут и детишки тоже попить. Настоящий глинтвейн. Я думаю, что мамы и папы понимают, что такое настоящий глинтвейн. Да, вот настоящий глинтвейн для мам и пап. Он вот здесь, вот в этой вот беседочке. Там шашлыки вкуснейшие. Я думаю, запах все чувствуют. Потому что многие ходят, спрашивают, а шашлыки-то где все берут? Присутствующая на празднике народно избранная глава поселения Елена Ивановна Добренкова поздравила всех с этим замечательным днем. Я поздравляю всех с праздником, с замечательной широкой масленицей, с той хорошей традицией, которая есть на Руси. В этот день просить у всех прощения. И действительно, у всего наших, всех наших жителей, мне хотелось бы в целях соблюдения традиции сказать им, простите меня, если я вольно или невольно вас обидела. Поверьте, это были невольные обиды. Я вас всех очень люблю. Давайте, пойдем. Казачий ансамбль зажег публику озорными песнями, организовал родителей с детьми поводить хоровод, поиграть в ручеек и покрутить символическую карусель с цветными лентами. Yeah.
и держимся. Ой, мороз, мороз, не морозь меня, не морозь меня, моего коня, не морозь меня, моего коня. И к центру! Класс! Спасибо, ребята! Наконец-то. Дорогие женщины, поздравляю вас с наступающим праздником! Угощаемся бараночками! С праздником всем! Что у тебя в руках? Кит, которого я тут купила. А вот это единорог. Ты его на праздник принесла с собой? Да. Чтобы ему тоже весело было? Да. А тебе-то весело? Да. Поздравляем всех жителей Сапожа имени Ленина с наступлением весны! В общем, пора попрощаться с плохой погодой, с плохим настроением. Пусть у всех все будет хорошо. Съел молодец 33 пирога с пирогом, да все с пирогом. С ума сойти! Как же дочь мою спасти? Строим для царевны представление. Внимание, внимание! Царское указание! Поделюсь им с тобой. Праздничные моменты людей нужно считать по аплодисментам. По моим подсчетам народу пришло очень много веселых москвичей. Ты что, дед, замолчи? Кто же это, парижане? Так нас еще не унижали. Не может быть, американцы! Я на тебя накладываю санкции. Теперь мне все понятно стало. Уж время маслицы настало. Лакомое блинное по традициям старинным. Но с учетом тенденций, так сказать, как народ мы будем удивлять. Стали все подпевали, эхом нападут поплясать, эхом, и собрался народ, эхом, разудалый народ, эхом, эх, дудка моя, веселуха моя, эх, дудка моя, развеселая моя. Где блин, а где песня? С песней и блин есть интересный. Не относись не скептически, песни будут тематические. Про блины? Про блинчики. А они приличные? А то, на процентов 100 или на 200. В общем, блинные песни! Кто-нибудь еще? Блин. Угощайте блин. Блинчиками! На празднике было много смеха и детских улыбок. Организаторы и главные жители совхоза остались очень довольны мероприятием. Очень хочется поздравить всех добрых людей и весь совхоз и жителей поселка с праздником. Главное здоровье. День сегодня замечательный, правильно?
солнечный. И погода соответствует всему настроению. Праздником всех! Спасибо огромное совхозу Ленина за такой праздник. Присоединяемся. Спасибо. Ура! Самый лучший совхоз, самые лучшие праздники. Самые наилучшие пожелания всем жителям совхоза и вообще. Любим наш совхоз. Сначала вот так ты ноги в руки берешь, вокруг своей оси ты модным шагом идешь. А ну-ка с правой ноги держись прямее давай, ногами шевели и рот не разевай. Свободные буги-буги, мы любим буги-буги, мы танцуем буги-буги до друзей. Зажгли. Браво, браво, браво. Все нравится, весело, очень. Спасибо, Павел Николаевич. Поздравляем с Масленицей. Всего-всего самого-самого хорошего. Праздником вас всех. Поздравляем. Добра и покоя желаем. И мирного неба, и счастья. Завершилось все сжиганием Масленицы под громкие возгласы. С вами был Дмитрий Мартышенко, ТВ Совхоз. Не забывайте поддерживать этот канал, ставить лайки, оставлять комментарии, делать репосты и финансовые перечисления. Это нам позволит и дальше работать для вас и делать новые интересные репортажи. До новых встреч! Спасибо вам огромное! Все понравилось? Все хорошо! Очень понравилось! Дети в восторге, а взрослые тем более!